Всем привет! В сегодняшнем видео я вам покажу свой заказ очередной Faberlic. Вот, наверное, начну с тех товаров, которых уже нет в наличии, наверное, и вы их не закажете, потому что это была распродажа остатков. Ювелирная бижутерия очень крутого качества, то есть это кольца с покрытием из прямо золота, из платины, с кристаллами Сваровски, то есть они очень качественные такие, были дорогими, ну, как вся ювелирная бижутерия, там 2-3 тысячи рублей, кольца, подвески, вот, но так как распродаются остатки, поэтому это получается все гораздо дешевле. Я потом вам выйду в конце видео на улицу и покажу, например, как вот это вот кольцо, которое я приобрела за 69 рублей. 69 рублей, вы можете представить? Сейчас-то обычную бижутерию за 69 рублей не возьмешь, уж не говоря о ювелирной бижутерии. Но она не подходит под этот образ. Я просто вот сейчас его одела для того, чтобы вам его показать. В конце видео 16 размер. У меня в конце видео покажу, как оно смотрится на солнце. Это вот кристаллы Сваровски. Причем здесь очень красивый градиент. От нежно-голубого до такого глубокого синего цвета. Под другие образы, более такие вычурные, все это дело одевается. И маме вот такое вот колечко взяли. Моего размера, к сожалению, не было. Самое маленькое, по-моему, было 17. Можно было 17 взять, но я не представляю, то есть мне, я под них сережки заказала, и, как мне кажется, вот, ну, не очень красиво будет смотреться, если кольцо будет вот так вот на указательном пальце и сережки. Ну, хотя это может быть вопрос привычки, вопрос, ну, как бы вкуса, может быть, и можно было 17 размера заказать, мне как раз 17 бы вот сюда бы пошел. Это вот размер 19 у мамы, ей хорошо идет вот там на какой-то палец, на свадебное, где она носит кольцо обручальное. Вот там хорошо. Очень красивый камушек. Если мы сейчас посмотрим, все украшения шли вот в таких вот коробочках. Сама коробочка. Вот, ну вот я сейчас вам покажу вот так вот. Вот сама красная коробочка. Внутри пыльничек лежит. Видите, красного цвета. Все очень красиво упакованы. И сейчас я посмотрю. Да, тут даже размер написано. 19 с внутренней стороны выбито. И флоранж. Очень нежное такое. Сейчас мы найдем бумажечки. Если мы не растеряли какой-то из них, расписано. А может, и все расписаны. Ой, наверное, вот здесь мы поищем. Кольцо Мистик. Мистик и Лемене. Лазурь. Лазурь, сплав недрагоценных металлов, гальваническое покрытие из розового золота, хрусталь, стекло. То есть вот это вот. Это сплав металлов, покрытие из розового золота, представляете? И вот это у нас... Сейчас уже перевернула на другое место. Лазурь, сплав недрагоценных металлов, гальваническое покрытие из розового золота и хрусталь. Очень красивые, к нему сережки идут такие прям вот шикарные. И вот, это мистик, но почему-то я не вижу КЛМН. Может быть, это не из этой коллекции просто. Но я знаю, что это было... Попробую найти... Ну ладно, так как их нет в наличии, это вот кристаллы Сваровски, это вот все вот эти вот вкрапления, это камушки Сваровски. Кольцо было достаточно дорогостоящее, ну вот как сейчас вы видите, оно прям по очень... Вот, сейчас в этой коробочке лежит, видите, тоже красиво все упаковано в самой подарочной коробочке. Плюс еще идет пыльничек, представляете? Это у нас подвеска Роуз. Подвеска Роуз. Еще и тут вот такая вот штучка тоже шла. И сделано вот красивый такой, знаете, розовое тоже золото и красивый бежевый оттенок. Камера, к сожалению, не передает, как это все выглядит в реальности. Ну, вот как-то так вот. Объемное такое украшение. Ну, объемное украшение, мне кажется, они больше для крупных женщин. В принципе, вот мама себе его
и заказала. Ну, здесь регулировка, как вот обычно, можно вот на любую сдвинуть, вот куда нужно, в какое место, и вот за любую прицепить. Если, допустим, шея чуть больше, чем моя тонюсенькая шея. И очень красивая, то есть это вот сделано из ткани нежно-розового, бежевого цвета. Как вы знаете, у нас есть коллекция одежды Cotton Collection. И там вот розовая тире-бежевая. Ну, знаете, она такого вроде бы написана розовая, а по факту это розово-бежевая. Больше ближе к бежу. Ну, вот такой вот розовый золото, подвеска роуз. Очень красивая, тоже шикарная. Раз цена такая была, ну, недорогая, мама говорит, закажи мне что-нибудь. Так, что еще в моем заказе? В моем заказе два бада. Это No Stress. Вот мы сейчас с мамой принимаем по две на ночь. Выполнено вообще в апреле 23 года. Слава богу, не снимают с продажи, потому что у нас есть линейка более дорогих. Кстати, все то, что вы видите, вы можете заказать со скидкой. Ссылку для регистрации я ставлю внизу в инфобоксе к этому видео. Переходите, заполняйте регистрационную форму, и таким образом у вас будет скидка до 26%. Распространению ничего не нужно. Вы просто можете заказывать для себя и получать в офисе своего города. У нас тут небольшой бардак, потому что мы собирались. Сегодня я приехала и сразу снимаю. Вот еще один шкаф открыт. Сейчас мы закроем. Так что можете зарегистрироваться. Ссылка для регистрации вас ожидает внизу. У вас будет скидка до 26%. И я очень как бы рада, что не снимается производство. Вот новая партия прямо в апреле 2023 года. Это у нас пищевая добавка No Stress. Сделано оно инженером, институтом инженерной иммунологии. То есть это не Фаберлик сам выпускает. То есть он перепоручает производство тех или иных товаров. То есть косметика у нас кислородная. У нас свое собственное производство. Огромный завод здесь в Подмосковье, да, в России. То есть косметика уходовая, она производится вся здесь. Тоже совместные разработки с разными странами, но у нас здесь прям реально, знаете, как не закупаются, а у нас прям косметологи изучают составы и тенденции на рынке. Вот там, что сейчас передовое такое, да, инновационное в сфере косметологии, да, и все они здесь это производят. Уход у нас очень хороший. А вот, допустим, специфические вот эти вот товары, они заказывают компаниям, которые специализируются на производстве тех или иных продуктов, да. Ну, для здоровья Института инженерной иммунологии, который раньше в советские времена был крупным таким институтом, и это было производство вот так вот на все СССР. А потом многие НИИ, вы знаете, развалились, и кто-то перешел на частный порядок. И вот они, то есть там ученые, которые занимаются разработкой, да, составов и прочих-прочих таких вот добавок. Хорошие отзывы по нему в период усиленной психической нагрузки. Если студентам даже мамы дают, если нагрузка такая умственная, сдают экзамены, если, допустим, у вас какой-то стрессовый период. У нас есть более дорогостоящие, да, пищевые добавки, это более такие вот дешевые, скажем так, стоимость его сейчас, по-моему, 300 там с чем-то рублей, недорого. И состав очень такой подобран хорошо. Здесь гидрокситриптофан, он воздействует на как раз на центральную нервную систему, глицин, магний, стеарат, это, цитрат, магний, тоже, который воздействует на нервную систему, трава мелиссы, витамин В3, ПП, никотинамид, витамин В6, экстракт травы пассифлоры, его часто используют гомеопаты. Вот такой, вы знаете, такой очень хороший комплексный препарат, прям вот и на центральную нервную систему воздействует, и успокаивающий есть мелисса, и еще плюс ко всему витамины есть, В, которые отвечают как раз за работу нервной системы, за стабилизацию нервной системы. И потом еще вот такой вот второй тюбик я заказала. Один остается здесь, один я увожу с собой. Это вот сейчас на распродаже тоже находится иммуномодулятор Форте.
тоже крутой. Здесь бета-глюканы находятся, фукуса пузырчатого, порошок, куркумы и перца черного биоперин. Это вот добавка такая, которая экстракта черного перца 95%, который повышает усвояемость всех компонентов, которые находятся в составе его. То есть воздействует на... То есть повышает усвояемость и биодоступность всех компонентов, которые здесь находятся. Потому что вы можете, например, употреблять БАД, но по каким-то причинам они могут не усваиваться там, в толстом, тонком кишечнике и кишке. И поэтому он отвечает как раз за то, чтобы это все усваивалось гораздо у вас лучше. И так как у нас очень много иммунов, всяких вот этих иммунопрепаратов, их, по-моему, то ли 3, то ли 4, я спросила у врача, вот этот просто сильный, он такой вот, знаете, как когда у папы была повышенная температура, 70, резко прям наступила, и мы спросили у врача, чем можно. Она говорит, возьмите, если у вас есть вот этот вот, дайте ему. Потому что он такой противовирусный, очень мощный, прям такой яркий. Ну, такой вот экстренная помощь. Вот такая вот экстренная скорая помощь, если вы подхватили какой-то вирус. У нас не было, мы другое... То есть вот он аналог не по действующему веществу, а по действию на организм, как ингвирин. Вот такие вот экстренная какая-то вот такая вот помощь. Есть там у нас еще иммуны, у которых аутоиммунные заболевания, есть иммуны, которые можно вообще на регулярной основе употреблять, он на общее состояние организма влияет. А это я специально заказала, вдруг вот так сейчас сезон заболеваний респираторных у нас будет, и, соответственно, вдруг кто-то там заболеет, чтобы было что-то дать такое, вот прям быстро здесь сейчас. То есть это аптечка такой скорой помощи. В аптечку скорой помощи я у нашу закупила. И одной, и второй семье. И еще я взяла, была распродажа, я взяла одну тарелочку. Их расхватали быстро, я прям ночью зашла, обновилась распродажа. У нас есть закрытая распродажа. Да, вот все то, что вы видите в каталоге, это только, наверное, 1/10, 1/20, как бы 1/50 часть всего того, что есть вообще, в принципе, в наличии на сайте, да, если с сайтом сравнивать, и распродажи. То есть у нас очень часто бывают закрытые распродажи, которых вы не увидите вообще в каталоге. Это можно только увидеть, если вы являетесь консультантом, там, в частности, моим консультантом, да, и мы об этом повещаем в нашей закрытой группе, если есть какие-то распродажи. Там вот было ночью как раз распродажа, она обновилась, и я заказала себе, там чуть не проверила, надо было проверить, там заказала вот себе вот такую вот тарелочку. Это наша коллекция была, стоили они недешево, эти тарелочки, а я взяла эту тарелочку всего лишь за 73 рубля. За 73 рубля, фарфоровая она. Написано, что для первых блюд, но она как бы, как это сказать, не слишком глубокая. И знаете, я сразу, когда ее увидела, я подумала, что, ну, можно, знаете, холодные крем-супы есть. Вот она для холодных кремов-супов, для девушек комплекции, ну, которые там диету какую-то соблюдают, вымерять как раз вот, допустим, вот этой вот чашечкой можно будет свою диету, да, свою еду. Очень красивая белая, я вот как раз и заказала, потому что белая. Надо, наверное, было вторую заказать, парную чашку. Ну, да, надо было парную заказать, я что-то одну взяла. Вот, и по что ее приспособить можно под пасту. Вот макароны, да, вот пасту. Я люблю вообще с плоских тарелок есть, потому что я обычно там ассорти накладываю, оливки какие-то накладываю, там еще что-то накладываю. И вот я люблю вот в таких вот больших вообще плоских есть. Потому что я накладываю много всего, там салатиков и всего прочего. А это вот как раз хорошо под пасту. Когда вы пасту готовите уже там с морепродуктами, вот я недавно видела рецепт, хочу сделать с белым сыром пасту. И это вот порционная тарелка для пасты как раз. Вот под это дело. Все идет в пупырчатой пленке, отдельная коробочка. То есть на подарок можно было бы заказать. Вот так вот кому-то на подарок можно было заказать там 6 тарелок. 6 тарелок, да, 6 тарелок, 4 тарелки. 400 рублей, а такая красота. Даже не 400, 150, а 150, 300. А такая красота. Потом что еще? Я взяла в аптечку свою, потому что у родителей здесь все есть, а я себе заказала, чтобы у меня тоже было. Это, знаете, хиты продаж, must-have. Мне вот все наши мази из домашней аптечки заменяют
А видите, вот с зеленым крестиком написано «Эксперт фарма». Это все то, что относится к космецевтике, к разряду. То есть совмещает не только косметические свойства, но и, оно и лечебные свойства. И мне все вот эти мази, они заменяют мази из аптеки. Например, вот это вот крем универсальный с аргинином, он для повреждений кожи, ожоги, порезы, синяки, растяжки. То есть вот он для этого предусмотрен. Крем с аргинином, ожог у меня недавно был. Я обожгла руку, намазала, по-моему, им. Либо с мумиё, либо им, точно не помню. Но я знаю, что для ожогов в том числе используют. Недавно тоже мне девушка, женщина написала крем с аргинином. Обожглась она, обварила прям сильно ногу. Она, говорит, нанесла крем с аргинином, и у меня, говорит, там, где я нанесла мазь, у меня ничего не горело. На следующий день вот нога как была как белая, так и была и осталась. А на том месте, где я мазью не намазала, у меня там красное, говорит, ну, красное, то есть воспаление. Содержит биоактивную форму аргинина, аргинин РСА и комплекс натуральных экстрактов. Экстракт имбиря, плодов каштана, доника, листьев подорожника. Ну, листья подорожника все знают, кто еще с советских времен. Мы когда там, я не знаю, резали что-то, повреждали на улицу. У нас раньше ничего же не было. Это вот сейчас аптеки на каждом шагу, на, не знаю, на одно и то же заболевание, не знаю, 20-30 наименований лекарств. Раньше лечились все подручными средствами. И вот, значит, мы там резали ногу, обрезались, там где-то подорожник прилепил и побежал дальше. Или коленку снес коленку, намазал подорожник, прилепил и все, и побежал дальше. Вот мы так раньше лечились. Вот здесь вот как раз находится вот этот экстракт подорожника. То есть все повреждения кожи, ожоги, порезы, раны и так далее. Потом взяла крем с сабельником растирка. Ее наносит на суставы этот крем. Он с разогревающим действием крем. С экстрактом сабельника, шалфея, эфирным маслом чайного дерева оказывает местное разогревающее действие на коже, эффективно после интенсивной физической нагрузки. Ну, и, в принципе, можно спортсменам для мышц, например, если там мышцы... Но мне больше нравится вот именно с пчелиным ядом крем. Вот, а этот с разогревающим эффектом, как я его использую? Если, допустим, я где-то пошла... Долгое время простояла на улице, у меня замерзли ноги, я прихожу домой, натираю ноги сначала в тазик с горячей водой, потом ноги в тазик, и потом натираю, надеваю шерстяные носки и сплю. Она вонючая, такая достаточно мазь, по-моему, по запаху напоминает випросал. Есть такая мазь или нет? У меня что-то в памяти осталось, вот это название випросал. Вот, и такая вот вонючая на мазь. Потом на ноги. Могу низ живота натереть, чтобы не застудиться, если тоже где-то замерзла. Потом, допустим, если я болею, я натираю ему область вокруг грудь, избегаю области вокруг сердца, спину могу натереть, горло, вот, если у меня ангина, горло натираю. То есть такая мазь с разогревающим эффектом. И папе она очень хорошо помогает для суставов. Вот он, когда, говорит, чувствую, начинает сустав побаливать, у него там подагра, подагрический артрит, там артрозы у него, ну, короче, у него там с суставами проблемы, артрит у него, вот он подагрический вот артрит, и он как раз вот этой мазью, ну, подагра по-другому, этой мазью он натирает, когда чувствует, что вот-вот сейчас начнется у него болеть. Да, пап? Да. Ты здесь или нет? Здесь. Чего натираешь сабельником? Суставы. Когда натираешь? Вечером в основном. Вечером. Когда чувствуешь... Утром и вечером натирать. А что, помогает? Ну, помогает, по крайней мере, воспалительный процесс снимает. Угу. А что значит воспалительный процесс снимает? Ну, как бы, вот я чувствую по ноге, что она начинает как бы прибаливать. Воспалительный процесс начинается. Я вот этим сабельником и вот мать, что покупает, разводит, смазываю, угу. И проходит воспалительный процесс. Понятно. Вот, и бальзам растирка. Маме вот я на ночь натираю, у нас тут это аптека на дому, санаторий на дому, я тут всем растираю, натираю. И с пчелиным ядом. Но с пчелиным ядом я вот, мама не любит, например, разогревающий эффект мази на теле. Я ей смазываю, а у нее сейчас вот здесь вот болит шея, вот что-то рука у нее не поднимается, я смазываю сабельником. А с пчелиным ядом
у нее болит поясница тоже. И вот я не любит разогревающий эффект, чтобы много было разогревающего эффекта на ночь, потому что не засыпает. И я натираю вот этим вот. Формула с пчелиным ядом, экстрактом шалфея, эфирными маслами чайного дерева и мяты полевой. Вот он таким охлаждающим эффектом больше. И я вот думаю, что больше он все-таки подойдет именно те, кто спортом занимаются, мышцы, чтобы вот охладить мышцы. Мне вот кажется, для больше подойдет. Для спортсменов именно снимает вот этот болевой синдром. Состава очень хорошая. Вот именно все вот эти вот мази. У нас еще появилась новая мазь живицы. Она тоже восстанавливает кожу, если... Ну, тоже порезы, раны, ссадины, сухость, дерматиты, экземы. И с мумионос есть еще мазь. В интернете прочитайте про мумио, тоже там растяжки. Много от чего избавляет. Так, и что у нас еще здесь? Я была акция, получила в подарок вместе с этим заказом вот такой вот наборчик. Это средство для духовок. Можно с собой куда-то в поездке, например, брать. Очень удобно, потому что здесь сумочка. Это прям вот сумочка. И вот ты вскрываешь ее, и здесь находится порошочек. Вот можно с собой поесть в поездке куда-то, например, вот этот мешочек взять с собой в поездке. И вот эти моющие средства. Для духовок и плит. Ну, я не знаю, где вы там будете плиты чистить в путешествиях. Можно на дачу с собой взять. И вот такой вот гель для стирки. Я пока его оставлю. Пусть будет. В случае чего, вот так вот куда-то с собой, опять же, в поездке, в путешествие взять. Еще раз повторюсь. Так. Все вроде бы. И сейчас мы на папе следующее второе видео снимем. Он примерочку небольшую сделает. Там тоже распродажа была Фалоранж. Это была вот закрытая распродажа, где кольца продавались по 69 рублей от 69 рублей. В основном 139 рублей. Я очень много сережечек себе всяких разных заказала. И были вещи. Тоже Фалоранж, распродажа по 200 рублей маечки, шорты Сейчас я вам хочу просто кольцо, как переливается. Майки по 200 были, шорты были по 400 рублей. Таких цен сейчас... Вот мама шорты на рынке за 450 рублей взяла. Или за 500, или за 450. Колечко вам хочу показать. Как оно блестит. Сверкает. Переливает. На солнце. Очень красивая. Ну, кристаллы Сваровски, они говорят за себя. Мои цацки. И большой заказ меня с украшениями ждет в Саратове. Смотрите, какое шикарное.